я не знаю когда, но мы пересекли границу это Бургунди. Здесь ляпотишно так. Бежит хорошо, молодец. Везде написано Бургундия. Вот даже вот здесь, вот видите, на большой, на этой, на здании, на этом большом тоже написано. Видно, не видно. Ну, в общем, я когда сейчас разгружусь и поеду в сторону Парижа, когда будем выезжать на шестерку, на автобан, там будем немножко проезжать такие виноградные, одно из виноградных мест, там прямо видно, немножко там в поля такие и немножко в холмы такие вверх идут, виноградники. Так, еще тут. Прицепчиком ты можешь и стольничек ехать. Дорога здесь прямая, нету подъемов, спусков. Что-то Бельгия ехать не хочет. Посисневается. А, по телефону он разговаривал. Он по телефону разговаривал. Ехал, думал, это будет сейчас перестраиваться. Нормально. Перестраиваться нет. Буду перестраиваться так, чтобы он меня видел. Не сзади подкрадываться, а сбоку. Nice Pankow road. So. They look very nice. Yeah. Pankow, very strong. Yeah, Pankow has a very, very nice calculation too. Every rod costs just 1,000 euros. Yes. Yeah. They make it very. No, it's true. Yeah. It's very, very expensive. A rod, thousands. Yeah. How no matter how long or short it is, it's just 1,000. So the blocks are sleeved. Yes. Yeah. Wet liner. So yeah, we have a piston liner that goes in, and yeah, we can steel. Yeah, steel liner. Yeah. Что-то это, парниша. В шлепанцах без носочков, по-моему, еще прохладненько немного, а? Все-таки сейчас хотя бы плюс 13 градусов, но все равно. Ну что, ребят, все, я позавтракал. И мне сейчас лучше стало настроение, приподнялось. Сейчас хорошо. Замечательно. Хотя для завтрака это было немножко поздновато, 11 часов, но все равно. Завтрак должен быть завтраком. Обед немножко продвинется, но все равно. Самое главное, чашечку кофе или чаю, хорошо. Свежие булочки абсолютно, еще хрустящие. Хорошо. Насчет питания, кстати говоря, вспомнил сейчас. Есть такие злобные комментарии. Ну, может, даже не злобные, а просто такие нехидные. Как можно назвать? Не знаю. Пишут, что вот вы дальнобой, вы только там это, работа хреновая, там только язву заработать на бутербродах. И, ребят, ну это все опять же относительно бутерброда. Естественно. А ты утром, когда завтракаешь, ты разве не бутербродами завтракаешь, не кофе? Или ты сразу с утра борщ ешь? Или макароны. Тогда, конечно, это что-то другое.
А так, в принципе, в дальнобое ты можешь сделать сам себе все, что хочешь. Естественно, все это время занимает. Ты так же само можешь и картошечку, так же можешь и яички пожарить. Так же само ты можешь и борщ сварить. Этом проблем нету. У тебя абсолютно все те же самые продукты, которые ты тоже в магазине покупаешь. Правильно? Только как их готовить? Естественно, если целыми днями только в обед бутерброд и вечером бутерброд, тогда, конечно, что-то другое. Это... Тогда да. Но если не лениться, если себя приучить в дальнобое готовить, что-то варить, что-то жиденькое, какую-то кашку, может быть хлопья с молоком, все это можно делать, то, что любит. Холодильник, слава богу, есть на дальнобое у всех, так что молоко поставить, хлопья, я не знаю, да все что угодно. Вон, какую-нибудь кашку с молока сварить. Плитка у всех есть. Так что я здесь вообще никаких проблем не вижу. И эти комментарии вообще какие-то глупости, абсолютно глупости. Язву заработать на дальнобое. С чего бы это? Вари себе нормально, как дома. И не будет никакой язвы. Витаминчики, там яблочко, бананчик взял, и все, и хорошо. Так что это... Все, тема закрытая. Едем дальше. О, мотосезон начался. Куда все хлопцы едут? Номера немецкие, Люксембург и голландские, бельгийские номера. Называется, сейчас правильно попробую произнести, Шатеной-Ле-Рояль. Наверняка неправильно произнес, но как-то примерно вот так. Так, до места у меня осталось 6 километров. 300 метров, поверните направо. Хорошо. Смотрите, деревья вон начинают зеленеть. Здесь вот кусты уже. Так, а что здесь происходит? Ой-е. А что такое? Поверните направо. Ах, это он подметает так. Это пылесос. Это машинка такая. Она подметает и это засасывает. Что-то это хреново, он засасывает. Мне показалось, как будто машина загорелась. Горит как будто. Шатеной-Ле-Рояль. Так, в прошлый раз я ехал сюда по темноте, я сейчас не помню, тут ли я ехал или нет, не помню точно. Но пофиг, навигацион ведет и ведет, ладно. Через 400 метров развернитесь на кольцевой развязке, второй съезд. Хорошо. Ну хорошо, тут смотри, вот деревья вон эти. Как распускаются, да? Для потеша. Хорошо. Развернитесь на кольцевой развязке. Второй съезд. Вот цветочки вон с правой стороны. Фонтанчик. О, почти как лето. Еще чуть-чуть, наверное, не знаю, но может быть недели две. Недели две, наверное. И деревья потом распустятся, будут зеленые, и
будет уже выглядеть как лето, потому что трава вон уже, видите, вся выросла. Все вот зеленая трава, вон с левой стороны цветочки. Ай, хорошо. Отвлекаюсь я чересчур, надо смотреть на дорогу, искать. 4 километра до места осталось. Ну хорошо здесь, позитивненько, мне нравится. Развешивает. Слушай, хорошо здесь, симпатично, да? Мне нравится. Франция, вроде как все типично, но все равно везде по-разному. Как-то где-то что-то все равно чуть-чуть по-разному везде. На каждой земле немножко выглядит, какой-то свой колорит есть. Я даже не знаю, в чем это выражено, но как-то не знаю. Ну как-то все по-другому чуть-чуть. Чем, допустим, ближе к Парижу, если это... Не знаю, как объяснить, ребят, но сами, наверное, понимаете, да? А вот они, велосипедисты, повылазили. Вот сейчас сезон начинается велосипедистов. Сейчас развернитесь они... на кольцевой развязке. Второй съезд. Сейчас будут мозги канифолить все лето. Так, вот это кольцо я помню. Все правильно. Я тут же ехал. Все-таки тут же и ехал тоже. Ну давай, 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 давай. Ребят, смотрите, вон кустарники, вон какие, зеленые уже, да? У нас в Германии пока такого еще нету. У нас только-только начинаются деревья, а вот здесь вот прямо смотрите. Ну да, здесь немножко потеплее, конечно. Здесь климат немножко помягче, плюс 17 градусов. Сюда надо, ребят, вот. Вот, ребят. Все правильно. Немножко в такой, в таком закоулочке находится. Дальше вперед проеду, чтобы, если вдруг ребята захотят отъехать, чтобы я им тут не загораживал ничего. Да? Да. Ждать не надо ничего. Я к бюро подхожу, а парень уже выскочил. Не знаю, то ли меня ждал, то ли что. Прям бумаги у меня взял. Ну, такое ощущение, как будто он меня из окна увидел и вышел мне навстречу. Ну, хорошо, отлично. На рампу 6 сказал подъехать. Рампы очень близко друг к другу находятся. Капец какой-то.
Вот, ребят, смотрите, как узко. Быстренько сниму, пока никто не видит. В той машине такая черненькая. Да нет, даже не мулатка, но черненькая. Ну, африканка, в общем. Молодая. Ну, тоже такая, это, крепенькая такая, но это... Африканок я еще не видел с рулем машин, странно. Ну, не странно, конечно, но просто не видел. Необычно, вот так вот скажу. Не странно, а необычно. Ладно, ребят, все, по-моему, это меня начинает разгружать сразу же. Хорошо. Надо им габариты включить. Надо им свет в трейлере включить, чтобы было виднее. Вот, оказывается, вот эта машина, которая рядом стоит. Тоже женщина за рулем. Это маленькая, это 7-тонка, наверное, или 12-тонка, не знаю сейчас. Тоже женщина за рулем. Не знаю, видно ее сейчас будет или нет. Ну, вот такая вот французская женщина. Тоже работает на картинке. Все нормально. Видите, не парится, не боится. А уезжать сюда надо разве? А я в прошлый раз туда выезжал, слушай. А я в прошлый раз так же как-то заехал. А, это я накосячил, да? Ладно. Окей. Ладно, пойду это. Пойду калитку закрою, а вы тут пока посмотрите, что мужик делает. О, ребята и девчата, вот это да. Иду со страшным опозданием. Термин у меня должен был в 2 часа. А сейчас время прибытия 17 часов 11 минут. Ладно, все, ребят, поехали. Движки, системы включены, движки наши непросты. Задачи точны, добраться минуя посты. Просторы впереди, так что не звони, я занят, прости. Растут дети, жизни цветы. А у меня растет километраж на приборной панели. Не спрашивай день недели, на днях был понедельник. На самом деле, дай подумать, что вчера я ел. И шары в метели, вдоль шоссе то пальмы, то ели. То автобаны и деревни, я доехал еле-еле сюда. Дальше на юга, потом дам крюка. Под мостом река, на восток туда, где загрузка. Еще пару часиков, музон по классике. Расслабон совсем скоро, въебут пивасика. На лобовом капли, мокрая трасса. Осталась кропаль, братан, не напрягайся. Тут не нужно быть первым, чтобы ты победил. Этим делом коллегам мы только навредим. Будет видно в конце, кто правильно рулил.
их укатил. Глядел в окно, под колесами менялось дорожное полотно. Менялись мои мысли, то мутные, то ясные. Как и в жизни погода, то туман, то прекрасно. Солнце выйдет рано или поздно, без вопросов после осени.